Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет ваш состав. Играем за составы наших дорогих подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте 100 уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все платиновые и полностью прокачаны. Кто хочет себе такой же аккаунт, 100 уровень, кучу баксов мутагена, пишите нашему подписчику, ссылка на него есть в описании, ребята, говорите, что от команды Detol вам будет бонус, так что быстрее пишите, пока бонусы не закончились, их ограниченное количество. Ссылка в описании. Да, верно. Поехали в бой. Погнали, мы в Лигу Мастеров сейчас отправляемся и готовы взять первый состав от нашего подписчика. Так, а кто же это будет у нас? Это Дарья Якубенко. Дарья, тебе лайк и сердечко. Так, у нас... Ух ты, я смотрю вас 3 года без обмана, я обожаю вас смотреть. Спасибо огромное. Вот ради вас именно, ради вот таких дорогих наших подписчиков, старых и новых, мы стараемся, ребята. Так что огромное спасибо за поддержку. Пишите ваши загадочки в комментариях. И вот у нас как раз состав отгадка называется, представляешь? Так, состав отгадка, интересно. Да. А, у нас не загадка, у нас отгадка, представляешь? Я думал, это загадка. Так, Раф обычный у нас, это просто составчик. Вот так вот, залетаем. Раф обычный, слэш и шреддер обычный. Все, все очень понятно, предельно понятно. Поэтому погнали. Так, Let's go. Раф обычный, шреддер обычный, слэш. Слэша я вот хотел здесь где-то забрать, он где-то в начале у нас есть, да? Вот слэшки вот, есть. Вот слэшик, да. Так, шреддер обычный и Раф обычный. Оп, сейчас мы их возьмем. Шреддер обычный подальше. Вот, Раф пропустил. Пропустил Раф. Раф обычный, да, вот он. И шреддер как раз у нас чуть-чуть подальше переехал. Вот сюда вот, где-то тут он у нас обитает. Рядом с Мондо Гекко. Вот он. Вот она. Да? Ребята, поехали обязательно в бой. Не забывайте, чтобы в видосик попасть, вам нужно поделиться этим видео. Это обязательное условие. Поставить лайк и написать 3 загадки в комментариях, ребята. Вот так вот. И все. И попадете в видосик. Это очень изи, просто. Да, ребят, все правильно. И давай начнем. У нас здесь Майки или Раф сыграем. Без разницы. Давай по Рафу бить. Давай, Рафик, Рафик. Давай, так и сделаем. А, по Рафу вот этому ты имеешь в виду? Ну, погнали. Да. А, это Майки, кстати, был. Точно, точно, точно. Палешь меня по Рафу. И оп, сразу пел. Ничего себе, это как так-то? На удивление, Шреддер выдал максимальный урон, и Майки здесь крутится, вертится, атаку повышает. Это невозможно, ребята, максимальный урон от Шреддера с первого раза кого-то убило, это что-то невероятное сейчас случилось. Так, ну что, по Майке все-таки атакуем, да, вот по вот этому, потому да, что он атаку уже повысил. Его, наверное, да. Ну да, он атаку уже повысил, ну ничего страшного, мы его все равно должны добить, потому что Майки у нас всегда какие-либо идеи придумывает, непонятные, неприятные, и всегда нам пытается подгадить. Вот так, контратак. Отлично, так, и можно сыграть всех сагрить на Рафа. О, давай, как кстати, сделаем положение. Контратаку, чё? Да, увеличивает силу. Так, это силу третья. Не, вот это третья, да, третья способность. Загрели, вот так вот, раз, два, три. У него защита должна быть тоже в комплекте, видимо, с этим, да? Или нет? Крит у него, да, в комплекте? Крит и... Ой, и защита. Отлично, все есть, ребята, защита есть. У нас Раф делает всю работу за нас. Просто вот сейчас смотрите, о, ну это масс, а это не, он не массовый. Это мощная атака, но да. Контратака сразу же следует. Сразу же, ребята, смотрите, у нас все подфайченные, подбитые, и мы, конечно же, их легко, изично добиваем. Все, раз, и нету. Очень хорошо. Так, кого, так, Майки? Давай, Майки. Давай, а, не, вторую давай, атаку. Ой, даже первый, хорош. Ну ладно, ничего страшного, добьем и так. Здесь у нас, тем более, сейчас Майки у нас будет атаковать, а он, конечно же, атакует. А, массово атакует? Ничего да, себе. Он вызывает бельчат своих. Ну, у нас контратака в любом случае проходит. И здесь, да, обычной атакой давай тоже атакуем. Ничего страшного в этом нету. И победа! Да, ребята, изи, изи это было. Было очень круто. Движемся дальше. Так, кто у нас следующий? Кто у нас следующий счастливчик? А это у нас Вейдаран. Вейдаран, тебе лайк, сердечко, интересный у тебя никнейм. Так, Вейдаран, Вейдаран. Лайк кого поставил, хочешь, подписался, отправил, отправлено другу, состав загадка, ну прям идеальные все условия. Так, у нас есть лиса-ниндзя, хоккеист и мозг в животе робота, вот так вот. Сейчас вот это возьмем. Круто. Так, лиса-ниндзя, Малапекс.
конечно же, хоккеист. Это у нас, конечно же, Кейси Джонс. Вот он у нас. И мозг в животе робота. Вот он, смотрите, наш мозг. И мы отправляемся в бой. Ребята, погнали. Не забывайте делиться. Обязательно отправьте друзьям видосик прям где угодно, где хотите, отправляйте. Ставьте лайк и, конечно же, пишите ваши загадочки в комментариях. А если вы придумаете сложные загадки, то напишите, конечно же, отгадочку чуть пониже, прям через пробельчик в комментарии, чтобы мы выбрали правильный состав, а не надумали сами себе что-нибудь. Все верно. Так, ну что ж, давай, фатите хорошую атаку ногами. Сначала ногами, потом руками, потом когтями и добьем так постепенно. Клюшкой. Так, очень хорошо. 3-3, все, бодро. И теперь наш здоровяк. Да, здоровяк. Вот я думаю, кого? Криса, наверное. Давай Криса, что делать? Криса? Ну давай Криса. Ну да, 3000 урона, нормально. Ну, по-другому никак, потому что там две массовых атаки у нашего, конечно, мозга в скафандре. И тут надо что-то делать. Защита хорошо есть у него. Здоровый, хоть защитный. Так, не без защиты. Кофемашину запускает и мощно атакует. Ничего не могу сказать. Мощно атакует, но урона не наносит, ребята. Потому что у нас у кого защита, у кого уклонение. Все такие красивые и правильные. Руками атакуем и Криса Брэдфорда. Вот так вот, со всей мощи, со всей силы. И 3000 тоже. Слабенько. Очень хорошо. Добивай. Так, добили Криса Брэдфорда, и теперь Майк рвется в бой, выпрыгивает, атакует. Кому интересно? Да по Лапексу он хочет атаковать, но промахивается. Промахивается он совершенно мимо. Это все полетело. Вот я не знаю, кого лучше. Да, кого... Давай доктора, конечно же, нашего любимого Бакстера Стокмана. Давай. Дони. Ядро. Ядро это хорошо, но ядро опять же слабенько. Ядро это мощно на самом деле. И давай... Атаковать Бакстера. Да, и еще шайбу. Атаку. Шайбу. Да, от Кейси. Вот и все, нету Бакстера Стокмана. Прощай. И мы начинаем хорошенечко так прессовать Дони. Давай пробуем. И смотри, Майки пытается атаковать Лапекс, но мы под защитой. Еще атака от Лапекс по Дони. 1000 урона. Очень слабо. Давай перчаткой энергетической прям максимально урон нанесем. И 2300. Ну, защита тут, конечно, очень хорошо работает. Ничего не скажешь, ничего не поделаешь. Ну-ка, и смотри. Надо двойную атаку. Двойная атака. Да, двойная атака очень хорошо. 2500. Даже одной хватило. И остается Майки добить. Технодром идет в бой. Да, технодромчик, наш мозговитый друг прям включает суперстанцию, супер-мега-лазер и всего лишь 5300 слабо очень, но клюшка всегда решит нашу проблему, ребята, это победа! Да, ребята, очень было круто. Так, и у нас следующий счастливчик залетает. Это Илья Белкин. Илюх, тебе лайк и сердечко, конечно же. Так, все так. Сделал, поделился, подписался, лайк поставил и, конечно же... Состав загадочка, да, наши любимые загадки, ребята. Ящерица, телепортатор. Есть такая у нас. Есть. А, черепашка. Питомец другой черепашки. И кот с щупальцами. Кот с щупальцами. Слушай, я знаю. Это у нас как-то его, клубочек, который кошачий. Короче, я тебе сейчас покажу. Слушай, подожди, а у нас с черепашка... Другая черепашка. Черепашка, ну, да, питомец, слэш, да, в любом случае. Так, ящерица-телепортатор, это нейтрализатор у нас получается. Нейтрализатор, да, все правильно. Сейчас мы его отыщем. А кто у нас кот? Сейчас я тебе покажу, как он выглядит. Двигайся дальше. Это у нас не этот, не паукус? Нет, не паукус. Так, подожди. Он называется, представляешь, я впервые забыл. Да, вот он. Ты забыл? Смотри, рядом с нейтрализатором, это он. Слушай, я тоже забыл, господи, как его зовут-то? Блин, ребята, представляете? Подожди. Вот бывает, нейтрализатора тоже бери. А нейтрализатора, подожди, это же Джастин Бибер. Точно, Джастин, ребята. Вот он, кот с щупальцами, точно, ребята. Но это очень такой сомнительный кот, если честно, но кот, да, так и есть. На самом деле здесь смесь всех животных, потому что у него есть и щупальцы, он и котик, и вон какие-то жабры торчат. Да, и рыба, и все там, все намешалось, все, что можно, самый большой мутант из всех мутантов, но не особо получившийся. Так, смотрим, что мы, прыгнем на нашего волшебника, потому что он хиллерок у нас, да? Давай попробуем это сделать. 6600, и Джастин вот объект.
Да, Джастин добивает. И Майки не будем трогать, потому что он идет в невидимость. Тут либо Рокстеди, либо Рафик. И мы сейчас попробуем мощную атаку, да? Я надеюсь, это же не массовая. Конечно, я надеюсь, что с первой атаки почему-то 8 сталфаркосов. Всегда хорошо бьет. Да, нейтрализатор молодец. Вот он, Майки, конечно, как всегда в невидимость уходит. Бесполезный игрок всегда. Но Майки, видишь, он командный боец. Командный, он всегда помогает своей команде. И морально, и иногда физически. Так, у нас глыба летит. Так, ну-ка. И мощная атака, да, вот это булавой сюда. Да, булавой слэшек летит и прям по голове. 4500, не так уж сильно. Здесь у нас все массовые атаки, к сожалению, да, Джастина же добавили потом. И обычно, кстати, очень нехило на 4500 он сейчас ударил. Давно у нас Джастина не было. Давненько мы его не использовали. И слэш атакует, ну только по доне, больше у нас нет выбора. Да, выбора нет, это массовая. И давай вот эти вот кольца вот так пустим. Прямо хорошенечко добьет Джастин. У нас Джастин сегодня на добиве, молодец прям. Выруливает бой. Массовую атаку уже можно применить, потому что что? Один персонаж правильно остался, ребята. Иначе мы всех убиваем с этих массовых атак. И у нас победа. Круто было, ребята, мы молодцы и вы молодцы. Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Детол, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока.